Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – это карта «Мир» от Сбербанка для детских пособий. Данную карту называют и пенсионной, и для детских пособий, а по факту она называется «Социальная банковская карта», потому что она была создана для того, чтобы получать на нее социальные выплаты, какие-то детские пособия, пенсию пенсионерам перевели на банковскую карту. И, соответственно, данная карта идет с лояльными условиями, как дебетовая карта, для всех людей, которые получают соцвыплаты. То есть, по данной банковской карте нет никакого годового обслуживания, она абсолютно бесплатная, работает как и любая банковская карта от Сбербанка, я имею в виду, без каких-либо нюансов, которые могут вызвать затруднения на снятие либо на оплату. Поэтому, если вы получаете детские пособия на данную карту, то вы можете ей спокойно расплачиваться в магазинах. Также ей можно по ней просмотреть всю информацию в личном кабинете от Сбербанка. И также снимать, либо же пополнять на данную карту в терминалах Сбербанка, либо же в сторонних банках. Обслуживание и выпуск, еще раз повторюсь, абсолютно бесплатное. Снятие и перевод денежных средств в пределах суммы 50 тысяч рублей бесплатно. Свыше 50 тысяч рублей комиссия. Ну и что касаемо смс-информирования, то первые 2 месяца после оформления оно бесплатно. Далее 30 рублей в месяц. Но если вы пользуетесь личным кабинетом от Сбербанка, то можно подключить пуш-уведомления из приложения и за смс-информирование абсолютно не платить. Реквизиты по данной банковской карте можно посмотреть, если нужно, также в личном кабинете. Пополнить можно как в терминалах Сбербанка, так и в сторонних банках. И также перевести деньги с одной карты на другую, как внутри банка, так и с карты стороннего банка. И также по данной банковской карте можно получать накопление до 3,5% годовых на остаток денежных средств. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». И если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще очень много интересного и полезного. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.